Произошедшие в Турции землетрясения побудили жителей Узбекистана задуматься о сейсмологической ситуации в стране. Мы пришли в Институт сейсмологии при Академии наук Узбекистана, поговорили с специалистами о том, как прогнозируются землетрясения в регионе и узнали, отразятся ли землетрясения в Турции на Узбекистан. Изучением и прогнозированием сейсмической активности Узбекистана занимается Институт сейсмологии при Академии наук. Тут в режиме лайв поступают данные о записях всех землетрясений, происходящих в мире, в том числе и в Узбекистане. Ведущий научный сотрудник Роман Ибрагимов объяснил, что землетрясение представляет собой волновую активность, которая записывается на специализированной аппаратуре. Есть сеть сейсмических станций. Так. Мы можем посмотреть записи в любой точке земного шара. Узбекистан является частью мировой сети, благодаря чему в институт поступают данные со всего мира. Вот на этом мониторе показаны треугольничками те станции, которые поставляют записи. Хорошо. А здесь показаны волновые формы этих записей. Значит, сколько станций в Узбекистане? Помимо мировой сети, значит, в Узбекистане работает региональная сеть сейсмических станций. Так. Она включает порядка 50 цифровых сейсмических станций. Угу. Каждая из этих станций записывает микроколебания, вызванные этими землетрясениями. Да. Если это ощутимые землетрясения, то это уже не микроколебания, а это ощутимые колебания. Но ощутимые землетрясения происходят значительно реже. А слабые землетрясения происходят практически каждый день. Так вот, каждая сейсмическая станция фиксирует те волны, которые происходят от слабых и более сильных землетрясений. По словам Романа Ибрагимова, на территории Узбекистана ежедневно происходят десятки землетрясений, но люди их не ощущают. Толчки фиксирует только специальная аппаратура. Сила подземных ударов измеряется в магнитудах по шкале Рихтера от 1 до 9,5. В баллах же измеряется интенсивность землетрясений. Она основана на внешних проявлениях подземного толчка, к примеру, воздействии на здания, людей и так далее. Помимо мониторинга сейсмической активности, в институте прогнозируют землетрясения. Для этого изучаются долговременные характеристики сейсмического режима. Специалисты в режиме реального времени мониторят области, где наблюдаются аномалии. Аномалиями являются сейсмические затишья или активизации, либо изменение соотношения землетрясений различных магнитуд. На основании того, как вели себя эти параметры, перед уже произошедшими землетрясениями, так, мы пытаемся спрогнозировать текущую сейсмологическую обстановку. Помимо изучения сейсмического режима, мы изучаем деформации земной поверхности, так, мы изучаем магнитное поле Земли, мы изучаем газохимический состав подземных вод. В институте также делают сверхдолгосрочные, долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы. Сверхдолгосрочные прогнозы выявляют территории, где возможно землетрясение, указывается их максимальная бальность. Долгосрочные прогнозы делаются на несколько лет на основе данных о слабых землетрясениях, сейсмических затишьях, активизациях или по геодезическим данным. В среднесрочных и краткосрочных прогнозах анализируются магнитные поля Земли и состав подземных вод. Краткосрочные прогнозы делаются на несколько дней и несколько часов, однако специалисты прояснили, что 100% методов прогноза в мире нет. Если говорить о успешности этих всех прогнозов, то долгосрочный прогноз, он, как правило, дает больший процент предсказания, и чем меньше промежуток времени до момента землетрясения, тем больше число неопределенностей, тем сложнее задача прогноза землетрясения. Краткосрочных прогнозов по всему миру – единицы. Все же в институте были успешные случаи предсказания землетрясений. К примеру, Алайское землетрясение в 1978 году, Чимионское и Папское в 1982 и 1984 годах. В Узбекистане действует прогнозная комиссия, которая еженедельно анализирует данные и выносит решение о вероятности возникновения землетрясений магнитудой более 5. Заключения прогнозной комиссии передаются в МЧС, сказали в институте. Нестандартное поведение животных также может быть предвестником землетрясений, сказал Роман Ибрагимов. Нет
стопроцентного надежного предвестника. То есть бывают ситуации, когда наблюдались предвестники, но не происходило землетрясение. Или же наоборот, произошло землетрясение, но перед ним явных предвестников не было. А могут ли тектонические смещения тектонических плит сказаться на, которые, в принципе, возможно, и вызвали, да, землетрясение там? Может ли они спровоцировать смещение плит в Ташкенте или в Узбекистане в целом? Действительно, на территории Турции, в пределах Южно-Анатолийского разлома, произошло очень сильное землетрясение, которое активизировало ряд активных разломов в соседних государствах. Относится ли это к нашей территории или нет? Я считаю, что нет. Мы относимся территориально к другому сейсмоактивному региону.